Одинцовские единороссы передали нуждающимся семьям продуктовые наборы. Благотворительную акцию провели в администрации Кубинки. Как рассказал председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев, она проводится не в первый раз и уже стала традиционной. Организаторы – руководитель территориального управления Кубинка Евгений Степаненко и прихожане православного храма «Благодатное небо», многие из которых являются бывшими военнослужащими.